работала с такими прекрасными людьми, как Константин Юрьевич Хабенский, Егор Бероев и Никита Калагривый. Добрый день, Бирюков Игорь Валерьевич, медиа-педагог, учитель русского языка и литературы школы 2098. Хотелось бы выразить благодарность 14 каналу за такое прекрасное мероприятие. Здорово, когда у детей есть возможность встречаться с представителями медиасферы вот такого юного возраста, который уже достигли достаточно высоких показателей и в целом могут поделиться секретом своего успеха, рассказать о нюансах своей профессии, заинтересовать детей. Спасибо вам огромное, это было здорово. Упражнение одно на актерское внимание. Мне нужно 4 человека. Кто пойдет? Давай, 1, 2, 3 и 4. Конечно. Давай, выходи. Давайте. Нам нужно с вами встать примерно, давайте в круг или полукруг. Давайте, выстроим полукруг. Супер. Есть такое актерское упражнение, как шляпа. Мы его очень часто делаем перед спектаклями, чтобы просто повеселиться и чуть-чуть растрястись, либо на занятиях. Выбирается любая буква. Какую выбираем? R. Хорошо. И на букву R по очереди, как снежный ком, мы произносим слова. Допустим, мое первое. Ручка. Подождите. Стоп. Я произнесла ручка. Ты должен повторить мое слово и еще свое. Ручка-рокет. Ручка-рокет-ролик. Ручка-рокет-ролик-ракета-рептилоид. Рододендрон. Рододендрон. Это цветок. Сейчас нам не будет пример, что делать, если забыли слово. Если человек забывает слово, он говорит «шляпа» в этот момент. И все последующие, кто запомнил, они повторяют «ручка», «рокет», «ролик», «ракета», «рептилоид», «цветок какой-то» и «шляпа». В следующий раз вместо моего слова вы повторяете «шляпа». Я Занкина Анна из 10 К медиакласса. Мне очень понравилось это интервью, было очень классно. Мне понравилась девочка, которая нам все рассказывала. Катя Борисова. Да, Катя Борисова. Рассказывала достаточно интересно. Было прям очень весело, понравилось то, как она нас научила справляться со страхом перед выступлением. Итак, всем здравствуйте, меня зовут Михаил Бродилов. Только что я был на интервью, на мастер-классе у Катерины Борисовны. Это была просто бомба. Ария объясняет все замечательно, говорит прекрасно. Ну, для меня, конечно, это не было особо полезным, но все равно это было классно, я рад. Честно. Ворота болит, ворона, викторина, винегрет, волох, виноград. Шляпа. Ворота валится, ворона, викторина, винегрет, волхву, виноград, воздух, шляпа. Давайте, пусть будет. 8. Ворота валится. Ворона. Викторина, винегрет, волхва, виноград, воздух, шляпа. Можно так сказать? Я видела Кристина, я из 10 К медиакласса. Мне очень понравился материал, который нам преподала Катерина Борисова. Есть вещи, которые были мне знакомы, например, упражнение «Шляпа». Оно хоть и называется по-другому в разных театральных студиях, но все равно остается одинаково хорошим, одинаково веселым и полезным для развития памяти. Очень было интересно также слушать про опыт с животными, с медведем. Мне очень понравилось. Расскажите, можно же, да? Сегодня были на мастер-классе у Екатерины Борисовой, все очень понравилось, безумно талантливая актриса. До этого
не знала про нее, но теперь буду обращать внимание во всех фильмах, где она есть. Очень мотивирует общение с такими людьми. Безумно благодарна 14-му каналу за то, что предоставил нам такую возможность увидеться с таким талантливым и классным человеком. Спасибо огромное. Видео, которое мы можем посмотреть, я для вас сняла влог со спектакля. Хотите? Давайте тогда его включим. Всем привет! Это наш сегодняшний влог из-за кулисья спектакля «Ой, петлиный чулок». Мы сегодня, кстати, на выезде в Доме музыки, и там уже репетируют, так что пойдем. Какой-то тут влог. Покажи. Какой-то влог тут происходит. Всем здорово. А тут мы все пришли распеваться. С вами за кулисы. Мне уже отдельный микрофон, но я потом его переклею. Да. Тут у нас стоят стойки. Тут поют вот эти ребята. Школьники. За кулисами, чтобы создавалось впечатление, что поет целый хор. То есть ребята у нас стоят на сцене в гарнитуре и еще и здесь. Скажи спасибо. Их никто не видит. Тут у нас находится микрофонный оператор. А тут меня резко вызвали на сцену, я побежала репетировать. Пошла Екатерина Борисова играть по «Единый чувак». Мы очень за нее рады, мы горожаночки, и мы осуждаем «Единый чувак», но Екатерину Борисову мы очень любим. И вот пока мы на сцене репетируем номера из спектакля, наши дорогие и любимые стойки прекрасно нам помогают. У нас через сколько начнется спектакль? Через 10 минут? Через час. Через час? Ого! Через час начнется спектакль, мы расставляем мне воду, потому что если не поставить мне воду по двум кулисам, то я умру. Да. Вы готовы к сегодняшнему спектаклю? Ну тогда погнали! Здравствуйте, я из школы на проспекте Вернадского. Меня зовут Каткова Алиса, и мне понравился данный мастер-класс. Екатерина Борисова очень классная личность, и она пришла порой сюда свои страхи, комплексы и зажатость, и это делает ее интересной личностью. Александр Меньшиков. Мастер-класс, в принципе, ничего так. Литвинова Дана. Мастер-класс был очень интересным. Интересная личность перед нами выступала. Посмеялся хорошо. Сегодня провела мастер-класс для медиа-класса от 14-го канала, так что все подписываемся и, честно, чувствую себя немножко рок-звездой. Посмотрите, как их много! Вот у нас прошел мастер-класс для медиа-классов от 14-го канала. Я просто в шоке от этих ребят. Они очень энергичные, очень любвеобильные, дали мне столько тепла. Я безгранично счастлива, что я была сегодня здесь. Спасибо 14-му каналу.